Второй закон связан с распространением суда присяжных в России у нас вплоть до районных и гарнизонных судов. Сегодня мы принимаем этот закон в третьем чтении. Еще лет пять назад было сложно себе представить, что у нас суд присяжных будет так расширен. Были наоборот другие тенденции. Но сейчас вот после принятия закона суд присяжных будет действовать вплоть до районных судов.